Это у нас собака Пайда. Да? Иди сюда, Пайда, покажись. На стол, да, вот так вот. Сядь на стол, покажись, какая ты овчаристая девочка. Ну, метис вроде бы как алабая овчарки. Больше в ней от овчарки немецкая, чем от алабая. Ну, такая девушка в теле, да. Активная, умная, послушная. Пайда, иди ко мне сюда, собака. Иди сюда быстренько. Иди, ап. Хорошо. Вот, видите, какая замечательная девочка. Там еще ходит ее друг. Вот он пришел. Ее друг Буч. Вот. Ну, Буч Пайду немножечко побаивается. Может быть, и правильно. Но живут в одном вольере. Веселее так. Она наводит порядки. Она раскладывает корм. Из мисочки в мисочку перекладывает. Пересыпает. Что-то там закапывает, откапывает. Вот. Ну, Буч на все это дело смотрит. Говорит, лишь бы не меня закапывали. Вот. Ну, трудно увидеть ночью Буча. Особенно, когда он убегает. Но он там есть, друзья. Вот такие вот ночные прогулки у нас с собаками в 14-градусный мороз. Ну, что ж, у природы нет плохой погоды. Пойди, такая нравится. Вот, всем привет передает.